продолжение темы поиска наилучшего места. Сейчас я снова вышел в точку на балконе, где было лучше. Еще раз сверимся по СНР. Сейчас он достигает где-то 38 в наилучшей точке. Прошло где-то 2 часа с прошлой съемки. Продолжаются учения какие-то у нас. Илы транспортные летают, военные, постоянно. Хочу просто еще сходить раз на крышу, поснимать там. Вот сейчас я поднялся еще выше. Вот там впереди балкон. Сейчас я практически под крышей нахожусь. Вот сверху крыша такая угловая, коньком. Здесь ничем не лучше приема. 27-28. Вот я подношу, пытаюсь телескоп повыше. Ничего не меняется. Сейчас еще раз пойду на крышу. Еще раз сверимся по найденной в прошлый раз точке. Наилучшей. На крыше. Да, вот 49. Где-то СНР сейчас. 50 в моменте. То есть все то же самое, ничего не поменялось за 2 часа. Сейчас я поднимусь вот туда повыше. Поднялся я по лестнице повыше. Здесь СНР не лучше, вот в этой точке 44-45. Я подхожу к краю. 46-47. То есть вот здесь, кстати, ничего лучше не стало. Виден Псковский Кремль. Вид здесь ничего. Похожу дальше по крыше. Вот здесь 38 СНР. 39. Я все еще на крыше. 40, 43, 45, 47, 49 снова. Близко к максимуму 50. Вот точка хорошая. Вот я подхожу к краю, где был балкон. 51-52 вот сейчас в моменте. 53. Вообще шикарное место вот здесь. Да, есть разница. Вот буквально я прошел где-то 5 метров 6 на крыше, и ситуация резко поменялась. Сейчас еще чуть-чуть похожу. 42, 40, 39, 31. Сюда подойдем. Здесь 45, 30. 4 снова. Вот можно еще повыше сейчас будет подняться. 33, 43, 46, 45. К другому краю здания подхожу. 49. Это уже все прыгает здесь. Да, снова перегружается приемник. Ну, это, в общем, вопрос о том, что вот здесь даже на... прогуливаясь по крыше, точки-то все очень разные. И просто говорить, что условно там выставил на крышу антенну и как бы классно, так не получается. Надо все-таки место искать. Максимально высоко я поднялся, и что мы видим? 54. Рекорд. Перегружается, к сожалению, приемник. Но опять же, не стал ничего перенастраивать, чтобы остались все уровни такими же относительные. Вот сейчас максимальная точка. Здесь какая-то антенна. Возле нее падает до 45. 3 метра разницы. Отходим. 53. Ну, есть разница все-таки. Даже на крыше. Причем существенная. Подхожу к краю. Тоже 53. Ну и немного окружающей местности.